О поддержке бизнеса сегодня говорили в «Единой России». С журналистами общались члены предпринимательской платформы, площадки, которую учредили партийцы и бизнесмены. Политики уверены, что участие предпринимателей позволит выявить самые актуальные проблемы частного сектора, от которого зависит развитие экономики. Как отметил секретарь Генсовета «Единой России», предпринимательская платформа не будет защищать интересы олигархов. У нас есть представители и малого, и среднего бизнеса, и индивидуальные предприниматели, и предприниматели, как я уже сказал, в области агропромышленного сектора. Есть и представители других структур. Но если вы заметите, у нас нет крупного олигархического представителя бизнеса. Они находятся сегодня в других парламентских фракциях. Идеи и предложения, разработанные предпринимательской платформой «Единороссов», войдут в предвыборную программу партии на предстоящих парламентских выборах. Молодые кандидаты, участники предварительного голосования «Единой России» сегодня подводили промежуточные итоги и делились опытом. Встреча, организованная активистами «Молодой гвардии», проходила в молодежном избирательном штабе, который создали неделю назад. Как идет общение с молодежью, как идут встречи с молодежью, как идет процессы агитации, процессы дебатов, какие новые формы, нестандартные подходы к работе с населением сегодня они применяют. Мы надеемся на обратную связь и диалог со всеми кандидатами. Подобные встречи с кандидатами со всех регионов страны активисты «Молодой гвардии» намерены проводить регулярно вплоть до 22 мая, единого дня предварительного голосования.